не будет теперь обрываться. Ну, по крайней мере, я попытался. Еще одну попытку можно исключить. В чем же проблема-то тогда? Не совсем понятно. Так, ну все, Z без рестартов. У меня, в принципе, есть теперь возможность. Ух ты, медалька классная. Лизарды отстроены. Вистон со старта. Хо-хо-хо-хо. У нас же сейчас мощнейший стек лизардов получается. Сколько? 9 плюс 12, 21 плюс 7, 28. Нормасток. Два склепа есть. Я думаю, только на первый день поставить муха, на второй день загрейдить лизардов. Нормально, комп Гашан. Два данжа неприятно. Только что у Тоги Гуховский был одновременно с тобой. Да нет, это сейчас я переключал интернет уже с роутера. Ой, напрямую в роутер. Хотел попробовать, может быть, подумал, может быть, мой старенький DIR 300 уже подыхает и поэтому не хочет выдавать нормально скорость. А нет, что-то разницы никакой нету, только почему-то, когда подключение напрямую, оно все время, не все время, очень часто само по себе обрывается. Непонятно из-за чего. Ну, вот как-то так. Поэтому врубил обратно в модем. Сейчас должно быть все хорошо. Да, и привет, Неаварн. Рад видеть. Вовремя я уже две катки выиграл у Зе. Два раза сдался он на первой неделе на Даймонде. Так, надо Twitch. Twitch у нас мертв. Twitch, живи. Или жив Twitch? Мертв или жив? Нет.